В Махачкале чествовали чемпиона лиги ACA Рустама Керимова. Дагестанский спортсмен сумел защитить титул чемпиона лиги. Турнир по смешанным единоборствам прошел в Санкт-Петербурге 14 декабря. Пятираундовый поединок не продолжился всю дистанцию. Россиянин завершил свое выступление досрочной победой над опытным оппонентом. Далее продолжит Камиль Девятов. Это сейчас Рустам улыбается и встречает гостей в ресторане. А еще совсем недавно он был полностью сосредоточен на поединке против Франциско де Лимы. 31-летний бразилец приехал в Санкт-Петербург, чтобы забрать пояс у чемпиона. Великолепная вертушка! Но Рустам не тот соперник, у которого можно забрать пояс. Проход ноги и классическое добивание. Удар по корпусу. Еще слева! Добивание! Все! Мотивировало. Моя команда, знаешь, вот эта братская обстановка, как они за меня переживали. Мои старшие братья 3 месяца на протяжении всей подготовки, я, в принципе, никого и не видел, кроме них. И они каждый день там звонили, спрашивали, как, что, помогали. Сказать, что это моя победа, это будет эгоистично, это победа моей команды. Без них, наверное, было бы тяжело. Подготовку к защите титула боец проходил в школе Садулаева, набирался борцовской техники и в клубе «Дагестан Файтерс», где работал с профессиональными спортсменами. Если честно, сам не ожидал даже, что он так хорошо подерется, потому что соперник был один из самых сложных для него. Он до этого дрался с Борисовым. У Рустама с Борисовым такой равный бой был, а он вообще обыграл Борисова. Ну, доволен результатом, но вся заслуга... Победа Рустама – это его тренера по ударке Багандова Мухаммеда. Нет у него никаких, как сказать, изъян. Он хорошо двигается на ногах, с рук хорошо бьет. И в этом плане моя оценка, да, на 5. Поединок завершился как нельзя лучше. Поздравить Рустама пришло много гостей. Здесь и старые друзья спортсмены, и те, кто поддерживают, помогают в подготовке к боям. Он сохранил вот свое внутреннее состояние человека сильного, волевого, доброжелательного, человека, который любит свою родину. Я видел, как он приезжал вот на мероприятие на 95-летие этого сарана. Вот, человек, который переживает и за Дагестан, и за Россию, и за малую родину свою, этого сарана, за Дербент, где он проживает. Поэтому пожелание его дальше развивать свою карьеру. Рустам Керимов – это тот парень, который своей скромностью он дает хороший пример для подрастающей молодежи. Он очень в жизни, в быту очень общительный, очень отзывчивый, внимательный. Поэтому очень важно было, чтобы он смог успешно защитить свой чемпионский пояс. К тому же это первая его защита. Очень важно, что он вот так своими победами он притягивает молодых ребят к спорту, показывая, что он такой молодой, что практически он, как сейчас говорят, он сам себя сделал. Вот человек такой, и когда его видят, многие ребята молодые просто заинтересуются спортом и пойдут по его стопам. Всегда радуемся, когда наши ребята, тем более молодые ребята, здоровые спортсмены, они же, когда прославляют наш Дагестан, не только на арене Дагестана, России, но и во всем мире. Это действительно большая гордость, приятно. Приятно за заслуги, хочется пожелать им еще больших успехов, еще больших побед. Камиль Дятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.